Вот так добрым словом и сытным завтраком в заводской столовой Авдеевского коксохимзавода каждое утро встречают спасатели и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые приехали ремонтировать обстрелянные дома прифронтового города. Мы занимаемся восстановительными работами, помогаем людям восстановить то, что было разрушено, крыши. А как у вас с питанием, расскажите? С питанием все очень вкусно, все хорошо, главное 3 раза в день. Все расходы на питание спасатели Авдеевский коксохимический завод группы «Мединвест» взял на себя. С того момента, как МЧС начала заниматься восстановлением домов в Авдеевке, мы договорились о том, что мы оказываем свою помощь в этом благородном процессе. Мы понимаем, что люди, которые работают и в достаточно таких сложных условиях, они должны полноценно питаться. Сейчас на очередную ротацию в Авдеевку приехал отряд сумчан. 40 специалистов работают в старой части города, Промке. Там дома пострадали больше всего. Мне дуже приємно, що приїзді в Авдіївку я прочитав слова на блокпості. Авдіївка – це Україна. Це, я думаю, це все сказано цими словами. Тому за харчування я взагалі тут мови нема. Таке ще, що ми приїхали на курорт. Ремонтные работы в городе ведутся уже около полугода. За это время силами спасателей восстановлено более 170 домов горожан. Но еще больше предстоит сделать.